Всем привет! Мы продолжаем проходить Продеус. Давай добавляем немножко громкости. Я думаю, что до конца все-таки не так уж и долго осталось. Скорее всего, сегодня мы это дело завершим. Так, что там? Да, продолжить. 40% написано пройденной игры. Ну, не знаю, не знаю. В прошлый раз, кстати, купил двойной прыжок в конце стрима. Не знаю, насколько он пригодится. Так, это я прошел. Да. Погнали. Но под конец игра чуть сложнее стала. Не сильно, но немного. Гексархия. Ну ладно. Поход туда. Пополнение боезапасов. Сейчас, я так полагаю, не совсем будет понятно, как обычно, куда идти. Что-то сломал. И... понеслась. Тузы по щам мне выписали. Один удар, реально. Чонок, ты сдохнешь, не? Вот. Погоди. Эта штука полезная. Так и все, что ли? Больше мне ничего не дадут, никого убивать не надо, да? Чудеса, да и только. Ладно, давай возьмем боеприпасы. Полетели выше. А я, наверное, не... Да, я не успел. Перезап... А, ну да, у меня аж контрольной точки не было. Давай мы, наверное, что-нибудь... Ну да, вот так вот поставим. Поприкольней, чтобы было. А сердце уже, кстати, сразу же появляется. Да, побыстрее чуть, чем с дроваша их развалил. Все, пойдем пополняем патроны. Трунь, трунь. Почему дробовик? Взяли мне что-то оружие, переключили. О, понеслась. Не, ну что, я хотел экшена, пожалуйста. О, контрольная точка. Вот так вот. Да, лучше бы оружие сменить. Все, хана. Хе-хе. Контрольная точка, да. Теперь даже собаки плюются. Вот незадача. На аренах сейчас тебя стреляют абсолютно все. Так, давай-ка мы поменяем.
Достанет, нет? Достал. Да, что-нибудь дальнобойное такое нужно. Стоять. Что происходит? Давай хилы берем. Я прям здесь постою пока. С вашего позволения. Здесь я попадал. Так, 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 так. Да, вот они все трутся наверху. За редким исключением. Может, что-нибудь другое придумать? Как вам такое? О, это не надо. Сука, но все равно попадает, ты смотри. Где он? Так, ну вроде все. Пошли за патронами. Да, там еще появляется. Вау! Там просто каша в центре. Бля, вроде хилы, нет? Нет, не хилы. Пизда народу. Я сейчас отъеду. Просто как оглашенный бегаешь по арене. Собаки. Бля, реально один удар остался. О-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну давайте кто-нибудь, блядь. А чё, прям тут точка, да? Ну надо же. Так, давай, я за патронами хотя бы. Бля. Чего происходит? Кто вы? Прям атака. Нового хп нету. Все? Я пошел. По-моему, да, вот они. Что-то я думал, кого-то не хватает. Что за пиксельный трешак? Эй. По-моему, еще мобы какие-то застряли. Или надо что-то сделать. Просто вся арена синяя в крови якобы. Давай вот сюда пройду. Я уж точно не помню. Надо ли активировать? Нет, не надо. Что, мне вниз падать? Подожди, а вот тут? Нажимать вроде нечего. Что делать-то? А вот мне туда. А вот мне и туда. Что-то то вниз, то вверх гоняет. А похер, полетели. Здрасте. Я подох. Ха-ха. Гущу событий меня просто портанули. А куда бежать-то? Да сдохни. Да пиздец, уже 30. Так. Ну
Этот челик много сносит. А, аккуратно, я куда-то, блядь, застрял. Тихо. Где бы тут патроны? Где патроны, во? Я упал. Да твою мать. Наконец-то он подох. Еще кто-то идет. Вот и хрен знает, то ли патроны собирать, то ли от этой каши отбиваться. Ну да. Куда-то вдаль будем лупить, пиздец. Уже 55, я только возродился. Что-то жесть какая-то началась вообще. Ну этот урод сносит много. Так, оп. Пиздец. Их там двое, что ли? Так, вроде размотал его. Так, пока эти за мной бегут, давай мы что-нибудь пособираем тут. Есть чем полечиться-то? Падла. Ну что, новая волна приползет. Давай так. Все равно я особо тут не жилец. Так, у меня проход открылся. Вообще здоровья нету ни хрена. Просто ты появляешься, чтобы по щам получить. Жесть. Жесть, конечно, но погнали. А что, уже конец типа уровня? Как-то быстро. Ну, сотка, да, естественно, убийство сотка, потому что там все по аренам было. А секреты, какие секреты тут могут быть вообще? Да. Сколько еще уровней, интересно мне? Давай. Порой даже в глазах рябит. Просто от количества всего красок синего. Здрасте. Траншея. Коридорный? Ну это уровень, скорее всего, коридорный будет. По крайней мере, очень на это похоже. Все, пополнять нечего. Дальше поехали. Что за луч? Странно, но никто не нападает, и ладно. Я так полагаю, на него вставать нельзя было. Кстати, брони вообще не дают. Где моя броня? Вообще не вижу, что происходит впереди. И так сойдет. Там еще с правой стороны. Да. Вот эти, наверное, самые живучие чуваки. Гадина. Патронов негде, да, пополнить. Здравствуй. Откуда выполз такой веселый? Ну-ка. Какие-то лучи, зачем они? Ладно, просто топим вперед. Контрольная точка-то будет где-нибудь? Вот она. Тихо, я ничего не пропустил. Вроде нет. Я по краешку.
Вдруг мы что-нибудь полезное соберем. О! Я же говорил. Уже начинаешь подобные секреты привыкать искать. В самых таких местах. Ну, рядом явно никакого секрета не будет. Фига. Как-то коридорные уровни мне нравятся чуть побольше, когда тебя на арене закрывают, но такое. Носишься, ну, там война идет. Без меня. Я лучше синих. А, всех погасить. Так или иначе, они на меня переключатся. Бэм. Что у нас есть такого? Ну так, давай. Пойдет. Ну, наконец-то, бронежилет. Точно ничего собирать не надо. Все, поперли наверх. Мне вниз? Какие-то штучки двигаются. Ну, давай, допустим, вниз. Бля, я туда пришел. Здравствуйте. Все, портал закрылся, но значит никого нет. Второй портал. Так, ну коль такая пьянка, давай мы тогда спускаемся просто вниз. О! Прям в толпу. Не вовремя, дальнобойные оружия кончились. Че, он закидает меня этими чуваками? Ну? Бля, вот реально живучий просто. И все, и патроны кончились. Что у нас есть? Ну вот это хотя бы. Хотя бы эта пушка. Этого чувака забыли. А этих рядом, потому что они стояли, да, их завалило? Что происходит? А, вот боеприпас. Я тут постою, можно. Здоровье бы еще повышалось бы. Было бы замечательно. Давай-ка мы посмотрим. Да нет, тут никаких секретов. Чудо чудное, диво дивное. Так. Там платформа какая-то. Но мне туда, вниз. Все, убил. Допустим. Хоть за прыжки с большой высоты не ругают. Ну, в смысле, не наказывают хп. Вот как-то вниз еще можно спуститься. А зачем?
Так, контрольная точка. А вот там вот у нас... Тихо. Оп. Немного брони. Давай, кто там? Больше никого? Ладно. Чё-то запустил. Я что-то запустил, и тут началось. Но они там сами с собой периодически воюют. Все? Пойдем пожинать плоды. Так, 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 так. Я отсюда пришел, значит, вот сюда куда-то. Все. Мне кажется, еще там, о, кто-то. Давай вот. А он и так помер. Ну и ладно. Слушай, да можно же сюда спуститься. А, не, нельзя сюда спускаться. Там жижа какая-то. Жиждамаг. Ну там еще. Мы сейчас патронов пополним. Интересно, я до него достаю вообще. Зато он меня прекрасно достает. Да хера с два, наверное, я до него достаю. Давай ближе подойдем. Стоим. Все. Угу. Кто, блядь? Кто, блядь, и где я вообще? Вроде сюда надо идти. По-любому снайпер. Нихера он сшибает просто. Это синий снайпер. И он где-то тут. Падла. А чё он такой лютый? Давай в обход. Там есть еще кто-нибудь? Вон там он стоит. Да, блядь. Нет, это не снайпер. Это тот жесткий мужик, которого там какой-то круг над башкой. Бля, такое ощущение, что я его завалил. Сейчас посмотрим. Да, завалил. Здесь где-то еще секрет, вот он там находится. Я вижу, как он светится, но я не знаю, как туда попасть пока. Сейчас, наверное, в горку. Тут снайпер. Сейчас тут война с двух сторон прям идет. Вот, пока мужик этот не очухался. Так. Лучше синий хвалить поначалу, если есть возможность. Он не опасен. Что такое? А, карта. А вот секрет. Ну, это секретом особо не назвать. Блять, еще один. Да ладно, он подох. А чё так быстро? Блин, в каких-то ты должен прям миллион этих выстрелов влить. Прям люто его стреляешь, и он не подыхает. Какие-то просто вообще... Только начал, и он уже мертвый. Короче, странное количество жизни у этих чуваков.
Ну, вот так вот. И вот так вот. Пополнение боеприпасов. Все. Ну все, вроде подзарядился. Погнали дальше. Я ничего не вижу. Все, подох. Давайте, следующий. Че, никого? Восстанавливаем тогда. Оп. 4 волны, я так полагаю, надо, да, тратить. Но если не длинные, то почему бы нет? Собаки, все. Да ладно, все кончились. Он 4 брони и 1 хп. Да. Не балует нынче со здоровьем. Давайте. Чел, как ты задолбал, а? Пиздец, он сносит вообще люто. Это кто? Пиздец, его 2 выстрела и все. Ну это же не босс. Все. Подох наконец. Короче, будем жить от чекпоинта до чекпоинта. Все. Уже плохо понимаешь, как уровни устроены. Что-то где-то открывается, что-то где-то крутится. На первой карте как-то было попонятнее. Сейчас просто в основном летишь, сломя голову. Куда, зачем? Нашмалял чуть-чуть. Так, оп, и вот так. Двойной прыжок, ру лезу. Давай посмотрим, может где что-то взять можно. Нет. Ну вот эту панельку-то по-любому дернуть надо. А то ж. О какой. Ну здравствуй. Бля, не помню, где у нас патроны валялись поблизости. Ну ладно. Где-то они будут... А, вот они. А, похер, пойдем просто в центр. Что-то мне сдается, круг этот будет красный сужаться, не? Спокойствие. Все. Пока что. Блять, опять этот урод. 2. Замечательно. Ну так вот, в гущу событий. Улезай. Где он? Че долбанет? Всем. Следующий. Ключи, заведующий. Опять этот урод там.
Чего они так сносят-то лихо, а? Реально, два выстрела, которые... Блядь, я еще добежать даже не успел. Будем надеяться, что я в него попадаю. Да, я попадал. Все, проход открыт. Но пока не торопимся. Все. Да ладно, аптечка и броня. Что за праздник? Праздник, очередная арена. Это все? Сейчас вот эти штуки будут закрываться, да, поочередно. Моя задача типа на них не попасть. Что происходит? Короче, ладно. Я вообще ничего не вижу. Просто какой-то хаос пиксельный происходит перед глазами. Не помню, тут было пополнение оружия? Да, было. Давай, мы сейчас... Подожди, где оно? Может, с другой стороны? Да, вот он. Чик. Все. По-моему, здоровье тут нигде не валялось. Я все, да, все, что можно, пока бегал, подобрал. Дальше. Кончился уровень. Ну, естественно, опять убийство сотки. Один секрет был найден. Пойдет. Что-то дальше я вот дороги не вижу никакой. Может, это предпоследний уровень? Столкновение. Опасность. Столкновение с чем? Пойдете. Мне вниз. Ну, в принципе, а куда мне еще? Вроде для синих плазменная пушка, она как-то поэффективнее действует, но тоже под вопросом небольшим. Вот и сюда. Какая красота, стоишь, тратишь боеприпасы и тут же их собираешь. Что происходит? Нет. Я прям стоял в том месте, где они все появились.
Вот на этих вроде ракетница неплохо заходит. Да блин, ракетница по идее на всех заходит неплохо. И чё? А? Всё. Оказывается, лифт был. Так, дайте до здоровья-то добраться. А, я куда-то свалился. И секрет, кстати, увидел. Я не знаю, что-то я не буду, наверное, рисковать его поднимать. До него еще лететь и лететь. Я хоть туда прилетел-то. Так, окей. Угу. Сюда надо достать. Обнаружен сосуд. Сосуд чего? Подожди. Оп, по краешку. Да. Опасность, что там, замораживающий какой-то этот луч? Это капсула какая-то. Пристыковались. Точка Нексуса активирована. Ну это... Это у нас контрольная точка. О, опять обычный. Да ладно, что, игра к истокам, что ли, вернулась? Так, пока подниматься пока не будем. Сейчас мы тут сейчас смотрим. Там наверх. Оп. Там, по-моему, опять какой-то замес с ключами. Так. Тихо. Сейчас я поднимусь туда. Хотелось бы осмотреться. Упс. Чуть-чуть задело. По-моему, я там сердце открыл. Да? Да, это так. Не, ну глядишь, может быть, к концу игры-то какую-нибудь приспособу получится еще одну купить. Что там следующее? А, рывок. Там можно рывок купить. А если еще тридцатник сердец соберешь, то можно взять этот, как его... Можно взять патронтаж. Ну, типа, больше патронов, я так понимаю. Сюда никак не запрыгнуть? Можно. Есть же двойной прыжок. Но это бесполезно. Упс, куда-то я уехал, там не осмотрел. Вот это прикольно.
кровавенько. Так, надо что-то поменять. Ну, пойдет. Они от этой пушки пошустрее отлетают хоть. Оп. Все, мне вниз. Прям оружие массового поражения. А в него... А, их лазер убил. Вот дела. Дверь закрыта. Значит, сюда. Отсюда. Вот туда. Только аккуратно. Подожди. Такой пухой даже особо целиться не приходится. Давай, наверное, пока да, с ракетницей побегаем. Поэкономим на патронах. Хотя очень жалко таких чуваков. Убивать с ракетницы мелких. Все. Контрольная точка. Дай-ка чуть-чуть повнимательнее тут я гляну. О. Куча всего пробегаешь просто так. Не знаю, как туда попасть. Ай, ладно. Ой, все. На-ка. Бля, там замес. Тихо, чё тот товарищ долбанёт у нас? Хер его знает, как этот уровень устроен. А, я с другой стороны обходил. Всё, я понял. Эта штука круговая. Мне опять на улицу надо? Жди. Ну-ка, стой. Чё-то как-то это... Мне бы лишний раз куда-нибудь не прыгнуть, чтобы не подохнуть. Да, на улицу надо. Отсюда сюда. Здрасте. Нажимаем. Это лифт. И что дальше? Еще ниже надо. В
Да, их тут толпа. Стояли чуваки, на какие-то кнопки нажимали. Короче. Вау. Я там где-то что-то открыл случайно. Пяткой нажал, наверное. Простите. Повысить выходную мощность. Я не... Тут вряд ли какой-то есть сюжет. Покиньте область поражения. Сейчас, блядь, покину. Меня мутит тут вовсю, я ничего не вижу. Да, идти, хер его знает. Где заканчивается эта область поражения, мать ваша? Они умерли, нет? Давай. Бэм. Спасайтесь. Сейчас, подожди, я оружие пособираю. Тут можно было не торопиться, получается. Точка Nexus активирован. И чё, чё? Сейчас полезут отсюда стопудово. Или нет? Чё-то нажимаю, куда-то бегу, какой-то хаос вообще происходит, просто ничего непонятно. И звук куда-то исчез. Где мой зяка ваш? О, снег пошел. Я типа разбился, что ли? На какой-то планете высадился. Ладно, дальше. Этот портал позволяет покинуть измерение расы Продеус. Понятно. Еще третья карта будет. Зимний какой-то биом. Сколько интересно уровней в этой игре тогда. Мы же покинули вашу эту галактику. Снайпер там, собака, сука. Черт ногу сломит, короче, тут. О, новый. Новый чел появился. И он меня тут же убил. Я в какой-то капсуле. Уже пол здоровья снесли.
Секреточка. Так и чё, куда идём-то вообще? О, тихо. Бля. Сейчас ещё раз попробую. С двойным прыжком можно запрыгнуть, по-любому. Я? Вот сюда. Оп, оп. Собрали. Есть двойной прыжок, 50% секретов можно найти. Даже больше, наверное. Сколько секретов-то? Вот тут чувак стоит. Вот он, сучонок. Так. И чего, и куда? Где-то же должен быть открылся выход. Понятно. Он стреляется чем-нибудь, не? Блять, скорее всего. Какой-нибудь контроль. Да опять я, наверное, до контрольной точки два шага не добежал. А секреты ваши волшебные нужно опять собирать. Первый вот тут, по-моему, был. Сейчас мы посмотрим. Да, заново. Вот отстой. Я уже забыл, где следующий-то находится. Да, нихера у него жизни. Ну, он примерно такой же, как и эти. Были тут одни. Которые с шарами там. Ой, не с шарами такими. Кокошник у них такой на башке есть. А тут что, секреток не было? Ладно. Ну вот и чекпоинт. Да просто, блядь, каша тебя со всех сторон атакует, нихера непонятно. Ну-ка, сколько раз? Два выстрела, да, и он сдохнет. Как вам такое? Гранатами его просто закидал. Но... Пиздец. Ну, у меня без хп оставили. Ниже. Так кто, бля? Он и там еще не сдох, что ли?
Вон тут и остальные касатики пожаловали. Надеюсь, я в них попадаю. Так, ага. Уровень как по спирали сделан. Там снайперок тусит. Спокуха. Да, блядь, ты сдохнешь, нет? Просто напролом. Да, блядь, что ты отстой? Где-то это там падла бегать еще. Кстати, сейчас вот тут вот наверху мне пригодится двойной прыжок. Ты сдохнешь, нет? Пиздец, у него жира, конечно. Так, а как сюда забраться-то? Не знаю. Ладно, пошли прямо просто. Все, конец уровня. Как-то он быстро закончился. Это портал. Сюда, магазин. Смысл мне играть в магазин, мне пока там не хватает. 15, что ли, или 20 надо собрать этих сердец. Я просто его открою. Дальше поехали. Он же никак не меняется. Но хоть магазин я на 100% прохожу. Че, еще один портал? Мороз. Ой, Борос, Борос. То друг друга мочат, то на тебя переключается. Уж определитесь. Но они друг друга будут дальше убивать гораздо. Да, без понятия, куда мне. Ладно, вот это главное, челика развалить. Дальше посмотрим. Ну, жира, конечно, у него до одури. Бля, мне бы... О, контрольная точка, наконец-то.
Ну-ка, а что если мы... Да, в принципе, я все верно пошел. Чик-чик. А? На толпу прям нарвался. Забираем. Они портуются, что ли? А как давно? Ну да. Чуть-чуть его не добил, вот падла, а. Кстати, очень похоже это все на первый уровень. Ну вот прям копия. Чуть-чуть как будто первый уровень переделали. И все. Собака? Нет, не собака. Все, откисло это, падла. Так, давай берем целых 10 брони. Да, по-любому мне вниз. О, 40 брони. Ну надо ж. О. А что это за пуха? Чпок. Какими-то пузырями стреляет. А если мы надуем все фибры? Что за звуки? Забавно. Это типа плазма пушка, только вот она лед плавит. Понял, принял. Чпок, чпок, чпок. Такая отстойная, кстати. Она только для расплавления этого подойдет. Ну, по-любому, если что-то сюжетное, прям надо расплавить. Если тут вообще сюжет какой-то есть. Если что-то сюжетное надо расплавить, тогда окей, как бы тебе дадут еще патронов. Все, на выход. По идее, берешь просто первопопавшуюся пупу и все, и все. Кстати, нет, это не плазменная пушка. Вот эта вот с пузырьками пушка, она относилась к этим. Она относилась к снайперке. Ну, хоть саундтрек вернули, кочевенький. Опа. Еще 5 надо найти, и можно будет купить двойной рывок. Не знаю, зачем он мне нужен, но он просто другого ничего не открыто. Я хоть правильно иду-то? Но такое ощущение, что я кругами хожу. Вот сюда я, по-моему, ушел. А потом по кругу что-то пробегаешь. И все.
Может, кого-нибудь завалить надо. Ну, вот этого, допустим. Все, тот подох. Может, сюда? Тихо. Не сбиваемся с курса. Патроны-то кончились. У меня осталось единственное, что это дробовик и пистолет. И все, и начало уровня. Что-то они мне голову морочат, вот серьезно. Я по кругу пробежал. Чтобы что? Будем ждать, пока он от старости умрет. С дробаша я его не достаю. Вот у нас уровень направо и лево. Потом можно свернуть. Идем налево. Тут проходишь по кругу, ничего не меняется. Слушай, есть резон какие-то ходы расплавить. Пушки-то нет. Ну, должны дать, по идее. Вряд ли такое будет, то что если ты вдруг не можешь что-то расплавить, то это рестарт уровня. Что-то прыг-скок, что-то собираем. Да, вот сюда, оказывается, надо было идти. Ну вот и контрольная точка. Да, все на меня согрелись. Ну, понятное дело. Такое себе в таком узком коридорчике с этими уродами биться. Да, будем ждать, пока кто-нибудь из них не откистит. Надеюсь, количество патронов не суммируется. Минус один. Второй. Все. Сейчас мы туда заглянем. Патронов потому что вообще нет. Ну, в принципе, как и ХП. Тут пушкой надо расплавить. Ну, ракетница. Нахер. Не буду брать. Прямо люто, без патронов они меня точно не оставят. Ракетница там всего 10 ракет. Друг друга настреляли просто. Так, где я вообще? А. Тудум, тудум, тун, тун, тудум, тудум, тудум. Ну, здравствуйте. Ты куда пошел-то? Мужик не в ту сторону воевал. Ну, синие по-любому всегда побеждают. Нексусы эти. У них тупо оружие мощнее. Бля, дохнешь каждую комнату уже. Ну, хоть саундтрек кочевый. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, тан-тан. Так, а теперь ты куда?
Да неужто? Чпок, чпок, чпок. Напузырил тут. Бля, наверное, против этого челика очень был... Когда успел? Против этого челика, наверное, было бы что-то эффективное. Давай мы сначала дробовик допотратим. Было бы что-то эффективное, наверное, как раз вот эта вот пушка. С горячей плазмы. Огнеметом я ее не назову, конечно. Мистер. Не хотите ли вы немножко отъехать? Да, еще не сдохнул. Ну, собака, сука. Что взять-то? Не густо. Больше патронов нет. Ну, в этой эпохе вот синие неплохо отъезжают. Хер знает, куда иду. Куда-то. А вот и ракеточки. Наверх, походу. Так, либо вот эту штуку надо распечатать. Это что тут? Аптечка, хорошо. Все, открыли мы ящик Пандоры. Портальчик. А давай попробуем, да, вот нашмалять в него. Сколько ему надо заряда, чтобы он подох? Есть ли разница вообще? Ну, как обычно, замес какой-то. Так, эту пушку берем. Мужик, ты давай это уже. Наконец. Кому брони возьмем чуть-чуть. С десяточек. А все уже, можно выходить с уровня. Как-то так. 15 минут уровня проходится. Можно, конечно, там 25 минут на уровне побегать. Это особо... Чё? 5 измерений хаос. Чё-то пробежали куда-то. Чик-чик и всё. Тут опять 3 уровня, что ли? Ладно. Да, мы сейчас... Перерыв сделаем, да, и допройдем еще два. Я так полагаю, что это последний уровень. Что-то меня с одной карты в другую толкает. В третью. Ладно, сейчас я подойду. We'll be right back.
Полетели дальше. У нас снова изменился дизайн уровней. Как-то зимние уровни вообще быстро пролетели просто. Может, показалось. Собака. Аккуратней, собака. Патроны кончились. Быстро. Так, и чё, куда мне? В какую сторону-то вообще? А, это лифт, короче, у них такой. Ну и ладно. Шарик надо стрелять. Огромный колокол. Ну да. Огромный пиксельный колокол. Ну, допустим. Блин, лучше того сначала завалить. Чем-нибудь вот таким. Я только появиться успел, он уже на меня настреливает. Там снайпер еще. Сдохни. Оно. Все. Отбился. Дальше. Что эта штука делает? Нет доступа к колоколу. А теперь? Но колокол это последнее, куда мы, наверное, придем, чтобы в него звякнуть как следует. Чуваки меня с другой стороны ждут, походу. На нем мои патроны и закончатся. Там еще осталось немножечко. Так, наверх или вниз? Третик. Еще четыре. Блин, что-то я запутался. Отсюда сюда. Потом, наверное, вот сюда. Мы сейчас, наверное, замки будем отрывать от колокола, чтобы потом его вниз опустить.
Никак иначе. Так, куда-то тащат нас. Долго врывается. Надо что-то другое. Вот это берем. Надеюсь, я до нее достаю. Снова здоровья нет. Оба сдохли. Отлично. Стой. Тут же и вниз можно. А нет. Нет, не можно. Шикарно. Куда вы все? Так, 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 так. Вот эти вот. Патроны берем. Пойди, наверх надо подниматься. Мертворожденная штучка. Не знаю, они мне на мух, мух каких-то напоминают. Долго же он не мог попасть в это окно. А ты сдохнешь, нет? Наконец-то. Спасибо. Какой-то красный. А у них защита просто. Что-то вроде брони. Ворвался просто. Ощущение, что я тут был уже. Так, это первая, наверное, да? Первая штука колокола. Нет, слушай, мне ниже. Или это проход открыл. Нормуль. Я думаю, что это еще не все, как бы не последний замок. Полезно. Короче, идем куда, где мобы появляются. Я. Вот так вот. Чего-то там дамаг получил. Так, ну явно не сюда. Вот, по-моему. Нет, туда, туда. Только туда. Где у нас вот этого нет? Их много. Я думал, все-таки это длинный уровень.
Не знаю, у меня что там. Думал, кто-то сзади еще меня мочит. Ну, двоих ребят что-то такое себе. Так, ту-ту-ту, давай вот это вот. Комплексно, чтобы мочить по ним. Вроде как второму тоже достается рикошетом. Да. Это прям похоже на арену. Понятно. Далеко отбросили. А чё, этого снайпера не добил, что ли? Вроде добивал. Блять, я уже вроде вернулся, чё за хрень? Забодали. Так, пойдем вот это крушить. Да не дадут добраться вообще. Очень много говна с нее сыпется. Понятно, заново. Так, отсюда направо. Блять, патронов нет. Нет, точно так. Развалилось. Тихо. Мы туда сейчас не пойдем. Давай-ка я попробую. На, не запрыгнет он. А как попасть туда наверх тогда? Ладно, мы об этом потом подумаем. Это второй замок для колокола. Лабиринт. Чего лабиринт? Не знаю, открыл я там что-то или нет. Ну да, открыл. Да ладно, типа классический Doom. Ну, типа Doom, Wolfenstein, 3D, там что-то в этом роде. Там же тоже такие уровни были. Очень на то похоже. Ладно, где мобы появляются, туда идем. Вот какой-то подъем. Ну и все, я выбрался. Проход открыл какой-то. Ну, допустим. Давай прыгать. Так. Ну я. Да, я тут же был, только у меня, получается, потолок опустился. Ой, пол. Пол опустился, и вот там проход. Призабавнейшая забава. Чувак, ты как тут оказался? Ты еще раз местами этими бежишь. Ну, пробегаешь мимо. Блять, ну нету никого. А они потом вдруг и появляются.
Так, ребята, мы дохнуть будем, не? Кстати, вот как их побыстрее завалить. Надо сзади обойти. И прямо в мешки ему стрелять. О, тут просто каша. Здрасте. Ну, тут сам Бог велел просто. Так можно и вьетнамский флешбэк поймать. Бля, его не добил. Все, хана. Не, не достает. Что у меня есть? А вот это вот и берем. Смырк только туда. И вот так вот еще. Ну тут дважды надо. Нет, один раз. А в того я не попал. Пойдет. Какую сторону? А, все понятно. Четыре ракеты осталось. Хер попал в кого. Погоди. Стой, мне наверх, но надо сначала эту штуку открыть. Ну, типа срезка, короче. Но если я правильно понял этот уровень построения. Откуда у вас столько бежало-то? Бля, один патрон. Ну, четыре я зарядил. Один остался. Да я издорька. Так. Вот отсюда сюда. Не знаю, надо ли мне вниз. Давай посмотрим, что там. Понятно. Ну тут тупо напролом. Маляет эта падла тут. Стоит. Так, все. Еще какой-то проход. Или это с колоколом связано? Не знаю. Ладно. А, ну все. Я тогда понял, куда идти. Прыг-скок, прыг-скок. Все. Теперь эта шляпа работает. Теперь колокол вроде я зарядил. Блин, нет. Отсюда. Сюда-сюда. Потом вниз. А глаза разбегаются, по кому мочить. По идее, тут же была контрольная точка, разве нет? Все, это был последний. Нет, не последний. Только снайпер. Точка Нексуса. Ну да, да. Неудивительно. А тут и выход сразу. Да и пойдем. В бездну просто прыгнул. Здорово, Тайс. Да. Че, тебя зашла? Про Делс. Искажение Нексуса. Переход в измерение старейших возможен только через искаженное око Нексуса.
Это Билиберда написал. Может быть, даже с ошибкой. Патронов ни хрена нет. Значит, будем броню собирать. Кто такой? Убейте охотника. Охотника. Иди-ка сюда, мистер. А, мне контрольную точку не подобрать, пока эта падла живая. Ау-ау-ау. Хер его знает, достаю до него? Да, достаю. Контрольную точку пока не взять. Так, давай-ка мы хп побережем. Это, скорее всего, очень большая локация. Ну, в смысле, эта арена будет надолго. Сейчас они на меня тут сыпать просто будут. Исказить точку Нексуса. Стой, а вот и пополнение боеприпасов. Ну, тут прям надо постоять. Нет, это не онлайн игра. Хотя, может быть, там что-то онлайновое есть, но я, короче, не онлайн игра. Так. Тут есть дизайн уровней. Значит, наверное, онлайн тоже можно что-то делать. Точка Нексуса включена. Сейчас долбанет по-любому ее. Или мне самому ее надо развалить? Да, я как раз тут на респауне стою. Да не, вроде не, я никак не... Ну, стрелять в него без толку. Давай мы аптечку берем. Так, что-то где-то происходит. Но контрольная точка пока еще не активна. Снайпера вижу. Аккуратненько. Бля, еще один охотник. Новый моб. Охотник. Но он также, наверное, по хп. Бля, какая-то каша вообще. Я-хо-хоу. С какими-то щитами такого года. Короче, она выходила в альфа-версии в 2020 году, но буквально, ну, уже получается недели три назад ее вывели в официальную версию. Фактически свежак. Хана. Пиздарики, тут жить надо на этой арене, да? Короче, экономим до последнего. Аптечка. Стоять, дурка. Патронов нету ни хрена. Надо сначала... Нашел что-нибудь стрелять, а у меня вообще ничего нету. Это берем, пополняем боезапас. Блять, ну долго не дают постоять. Тут как ни крути. Надо сначала отбиться. Пидрера попал все равно. Так, давай восстанавливаемся сначала. Все. Тут это берем. Поехали разматывать. По крайней мере, пытаться. Причем снайпер-то здесь тоже не сразу появляется. Ну хотя бы есть патроны халявные. Уже хорошо.
А вот хпшечки не хватает. Да ладно, всех прям тут захуярил. Так, поактивней. Да ёпта. А чё у них обратно щит-то появляется? Нет, тут по-любому надо. Надо брать. Вторую пока я ставлю. В центре так вообще каша какая-то творится. Чётенько следим за хп. Главное в мешки этой штуки стрелять. Все, второй. Второй хилимся. Блять, там еще появляется. Да вы чем? Каждая падла в тебя мочит. Ты у них щит сшибаешь, а он у них заново появляется. Да ёпа мать. Кто? Все? Да нихера не все. Так, блядь, еще больше. А жизни-то нету. Нихерашечки. Да, опять. Перезапуск. Чё вот они не активируют? Ну вот этот вот. Точку респауна. Так. Да, пока выбор небольшой. Он все равно тебя задевает. У меня, блядь, хитбоксы, наверное, как у дома девятиэтажного. Все. Запополнялся. Ладно, чем богаты? Пиздец, все в меня прилетело. А что это? Курлык. Понятно. Так, дрожки брони. Это тоже берем. Пополняем. Киса, держите пинцне, сейчас начнется. Ну, да, в принципе, для начала. Хотя, давай-ка мы ракетницу попробуем. Не, не то. Вот это. Точка Nexus отключена. Так, а вот а как ее включить? Вот в чем вопрос-то. Я, может, что-то не то делал. Вот такое ощущение, то, что я когда стреляю по этой штуке, точнее, стреляю по мобам, вот она урон получает, как будто. Чел сам сдох. Какие прелести. Тихо. Бам. 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 Блять, я ничего не вижу. Ебучий снайпер, а? Нахуй. Я прям в муху попал.
Нет, блядь, она еще живая. Наконец-то. Так, охотника теперь. Стой. Ну давай вот так вот. Сука, 5 жизней нету ни хера. Надо успеть. Когда-нибудь закончитесь, нет? Но они пиздец, по-моему, бесконечны. Опять жжет эта штука. Я ее наполовину разматываю. Блять, тут надо как-то тут задержаться хотя бы ненадолго. Но, блядь, ты дамаг получаешь. Пиздец их тут. Полная жопа огурцов. Тихо. Ну-ка давай с ракетницы. Один удар. Реально один выстрел. Твою мать, они просто не заканчиваются. Пизда. Хотя бы увидел атаки у этого турка. Чё стою, блядь, жду. Пиздец. Он подох. Понеслась. Но я не успел ракетницу восстановить. Да какой там? Шли хоть патроны восстановим. А, даже еще и замес-то не началось. Все. Ладно. Так, давай, ракетница. Полетели хули. Арена-то какая маленькая, особо не раз это, не разбежаться. Вроде неплохо. Дай-ка мы тут постоим. Короче, они будут выполняться, а я буду патроны пополнять. Тебя хуйня, Миша, давай заново. Блять, я застрял где-то, твою мать. Снайпер опять. Ёбак. Здесь он подох. Ну тут только кружить, больше вариантов нету. Блять, это там муха ебучая. Чё взять-то? Давай так.
Мне, кстати, почему-то с этих двух пушек больше нравится стрелять. Ну, ребят, тоже ничего. Но они одинаково наносят дамага. Желательно вообще как бы там стоять. Вот прям тут. Пополняя блять, не тут, вот тут. Но они не дают этого сделать адекватно. Пизда, я запутался нахуй. Застрял где-то в стенке. И бучить лучше. Опять один удар остался. Пули со всех сторон дамаг прилетает просто. Прям за себя в этой каше не уследишь реально. Вот этих что-то пока не очень хорошо получается охотников валить. Че, уже остальные появились? Все, кончились. Ладно, аптечки, короче, я попробую сейчас оставить пока что. Поэкономим малька. Мне бы в центр. Понеслась. Это, по-моему, последний уровень. Дальше карты я не видел, чтобы открывалась. Так. Тучий снайпер. Хуй, не попал, нет? Ну да, попал. Это муха ебучая, тебя, по-моему, везде достанет. Побольше бы арену, а то ты с ними в лифте бьешься. Такое себе. Все, патроны кончились. Давай так. Я и не успел восстановиться. Ну тут в тебя все дамажат. Они все тут стреляют. Блять, он не дает пройти. Сюда просто наугад стреляю. Че, я вижу сообщение, сейчас я прочитаю. Не отвлечься. Мать, я застреваю. Так.
На что-то там я вляпался. У нас же эти охотники, когда стреляют, они после себя там лужи оставляют. Надо скакать просто. Блять, давайте мне еще зрение испортим нахуй. Пули, я же так плохо прыгаю, да, походу? Пизда, ничего не видно. Я снова с одним хп тут бегаю. Только аж в глазах двоится. Что за подстава? Серьезно, он еще живой? Will to Life Online. Нет, я не играл. Потом, после стрима, я гляну, что это за игруха такая. Она, я так полагаю, условно бесплатная. Блять. Все, я завалил его. Не видно ни хера. От глаза заболели. Куда летим? Обнаружено неизвестное измерение. Да, это было люто. 5 минут уровень всего проходится. Кампания пройдена. Сквозь искаженный око Нексуса выплеснулся мощный поток энергии, открыв пространственные врата в неизвестное измерение неограниченной силы. Войска расы Продеус вторглись в мир смертных и теснят силы хаоса, приближая тем самым победу своего идеального порядка. Сосуд исчез в тумане бескрайнего горизонта, будущее неясно. Все. Будущее не ясно. Такие дела. А что тут смотреть, в принципе, все. Компания-то пройдена. Вот такая игрушка. Ну, посмотрим. Я сначала гляну, что за Will to Life. Может, она мне просто не зайдет. Шутер я, кстати, редко вообще играю. Вот такая, короче, игрушка. Блин, она прикольная, в принципе, но... Какими-то иногда местами что-то как-то не совсем понятно, что тебя хотят. Просто ты бежишь на пролом, как бы. Хрен его знает, куда и зачем. Ну а так, в принципе, годно. И музяка подходящая. Правда, местами там какой-то такой саундтрек не очень кочевый. А так, в принципе, и пушки вроде забавные и так далее. Пострелять можно. Я бы не сказал, что она очень короткая. Я думал, то, что она проходит часов за 8. В итоге я ее проходил. Сколько? А, ну 8 часов я ее проходил примерно. Даже чуть меньше. Ну, вроде норм. Ладно, давай, наверное, что, вазика какого-нибудь побегаем. Мне кажется, потом разрабы туда будут добавлять что-то еще. Уж очень на то похоже. А похер, давай. За Айзик. Я ж маленько отвык от нее. Резко геймплей поменялся.
Так, что там у нас? А, все равно одна монета. Что это такое? Так, соединенный. Что там спутник? Че? Спутник, который стреляет сосульками, замораживает монстров после их убийства. Угу, это новый какой-то. Таких не видел. Контента просто море добавили. Стенку уперся, чуть не замочили. Надо, чтобы они вот... Блять, все равно не успел. Ученок, ну я хотя бы немножко отыгрался. Так, вот здесь я кирпич вижу, который разбить можно. Она еще где-то. Тоже неплохо. Хотя бы одно сердце. Блин, а можно было... Ну, я бы еще и ключ получил. Ну ладно. Я уже забыл, как она атакует. О, у меня чувак ее муху одну заморозил. Давай-ка эту муху завалим. А, нет. Не могу по этой мухе стрелять. Ай-яй-яй. Ну, так или иначе, мне сейчас здоровье... О. Здоровье мне немножко восстановят. Не очень, кстати, сложный босс... Кем-то у него атака, блин, то ли на монстра 2 похоже. В первой версии как-то вот какой-то подобный босс встречался. Плюс, да, плюс хп, короче. Все, дальше пошли. В золотой комнате, в общем, мне только тут чувака дали. А бомбу я израсходовал, вторую не взять. Кто там? Гордыня? Заморозили гордыню. Хе-хе, вот пиздец гордыня. Что там? Кость желаний. Шанс появления пьедестала с артефактом при получении урона после использования исчезает. Это брелок? Да, это брелок. Ну, посмотрим. Кстати, неплохой спутник. То, что он замораживает этих. Правда, придется подождать, когда они все замерзшие. Они не сразу взрываются. Козерог. Плюс один к здоровью. Ключ, бомба, монета. Плюс к урону, плюс к скорости, к дальности и к скорострельности. Слушай, ну прям все характеристики плюса. Даже рожки появились. Зачет. Надо, чтобы дамага было много. Привет, привет. Как там в Казахстане дела? У нас вот на севере уже даже снег успевал выпасть. Готовимся к зиме. Так, ну да, я не пойду. Ну
чувак. Ну замораживай. Он с каким-то определенным процентом их морозит. Рандомно прям я бы не сказал, но... Не 50 на 50. Стреляет нечасто, но если попадет, то неплохо. Так. У меня, кстати, две бомбы. Можно теперь будет секретку поискать. Говно. И 15 монет. Воу-воу-воу-воу-воу. Спокойствие. Что-то ключей в этот забег прям накидывают. Так, в предыдущей комнате вот здесь может быть секретка. Да. Она странная какая-то. Так, весельчак, дополнительная жизнь, возрождение с полным здоровьем. А я каждый раз буду с полным здоровьем воскресать или что? Я вот не знаю, стоит ли брать. Еще тепло в Петропавловске. На конце месяца может и снег пойти. У нас он уже как бы был, потом растаял. Короче, беспонтовая секретка. Подожди, или все-таки взять? У меня опять ключей. У нас был снег, он растаял. Север, ну короче, Мурманская область. Ладно. Полежал буквально пару дней, растаял, короче говоря, и все. Но уже заморозки начинаются. Уже начинается немножко это. Зима близко. Как там у нас? В Игре Престолов говорили. А, кстати, я Игру Престолов не смотрел. Первый сезон пытался посмотреть, но в телефоне прокопался, короче. Забыл уже атаки этого босса. Так, теперь он... Угу. А чё ты его не замораживаешь-то? Бля, ну все равно попался. Блядь, а чё он такой непредсказуемый? Вообще не помню этого товарища Мулсета. Чик, чик. Мамина губная помада. Дальность к высоте слезы создает одно случайное сердце. Угу. Неплохо. Сколько уровней в этой игре? Короче, до мамаши, по-моему, еще 5 подземелий. После мамаши там открывается мега сатана. Там еще, короче, до хрена. Даже рогалик. Тут просто процедурная генерация, плюс еще рандомное выпадение предмета. Сатана, мега сатана, в общем, там еще до полного финала еще до хрена. Я пока только мамашу замочить получалось. Бля, не помню, я на прошлом уровне вкладывался в автомат. Нет, не вкладывался. А в комнате мне дали козерога, по-моему, да? Давай, 200. Оп, магазин улучшен уровень 3. Теперь надо туда вхерачить еще 400 монет. Где столько взять, я вообще без понятия. Тихо-тихо-тихо. Бля, не успел. А чё чувак-то не замораживает? Я вот прям видел то, что в него слезали тело. Вот, теперь заморозил. Так, вверх, вниз и влево можно. Жалко, бомб нету. Фига, опа. Попал. Монетизация, да. Включена, чё толку? Её же отменили. Монетизация включается на ютубе автоматически. Когда у тебя больше 1000 подписчиков,
и 4000 часов просмотров с этих подписчиков. Эти условия выполняешь, и тебе YouTube присылает письмецо. Физическое, бумажное такое. В котором дает код активации. YouTube AdSense называется. Вот, ты там, короче говоря, регистрируешься и ждешь, пока у тебя не этот какой, не наберется сотня долларов с просмотра рекламы. Потом YouTube хоть как-то начинает взаимодействовать, но это опять же, если все включено и все работает. Так, там магазин открылся. Ну, так как ключей много, давай мы сюда сходим. Батарейка. Это что? Дублирует все артефакты. Не знаю, будет ли возможность. Это что? Диплопия. Одноразовая. Дублирует все артефакты и предметы в комнате. Черная свеча. Иммунитет к проклятиям. Плюс одно черное сердце. Высокий шанс на появление комнаты либо дьявола, либо ангела. Ну, может быть. Если еще 7 монет соберу, то может быть надо будет туда сходить. Игра вообще кардинально может поменяться противоположную сторону в любой практически комнате. Так, давай сюда. Что-то, по-моему, вот это не очень. Что поражает врагов рядом с персонажем? Электроразрядами. Электричество наносит 75 от вашего урона. Бзым называется эта способность. Давай вниз. Нет, тогда лучше наверх. Ну и что это за блин? Что-то оно вообще как-то рандомно бьет. Вот тебе торопиться-то тоже некуда. Все равно, даже если ты подключаешь монетизацию, тебе никаких денег прилетать не будет. Пока вот это вот все не урегулируется, пока официального заявления от YouTube не будет, то что мы включаем русским пользователям монетизацию. Пока вот это вот официально не будет, никаких бабок тебе даже не рассчитывают. Да и я тебе скажу, знаешь, судя по тому, то что сейчас... Ну, может быть, рублей 200 тебе будет YouTube переводить в месяц. Ну, нахрен нам надо. Пока не вижу смысла даже как-то... Как-то что-то торопиться и на что-то рассчитывать. С YouTube можно как-то было раньше, по крайней мере, неплохо заработать на рекламе, если у тебя, допустим, ну, миллион где-то просмотров каждого видео. Тогда ты на рекламе что-то заработаешь, а так даже не рассчитывай. Там какие-то копейки падают. Ну, типа, знаешь, заработок в день 20 копеек. Вот все. Я уже год не могу набрать сотню долларов. В январе будет год. Или в феврале. Пизда сдох. А, у меня есть еще одна способность. Надо же. Это мне гриб помог. Стримишь через и пишется. От слова стрим. Да? Раньше летсплей записывал, но... На монтаж его особо времени нет. Я же что, не забывайте. По скользячке работаю.
Так, дали мне, короче, шар из пластырей. Но таких шаров надо вообще в идеале собрать 4. Полноценная девочка пластырь. Но это один, наверное, к 10 где-то так. То, что я соберу еще таких 3 штуки. Да. Практически бесполезная способность. Угу. Погнали сюда. Сколько тут маленького говна в этой комнате. Да, только игры. Ну, по крайней мере, пока ничего другого я не придумал. Надо вторую кнопку нажимать. Оп. Все. Но туда все равно не пробраться. Это бесполезная комната. Бомбы появятся, можно будет секретку поискать надо. Слушай, ну если бы не гриб, я бы уже заново забег бы начал. Так мне повезло. Так, там комната с дамагом. Да, сюда поперли. Белое сердце. Пупок. Дает случайный брелок плюс дополнительный слот под брелок. Но это новый предмет. Да. Это новый предмет, потому что раньше я его точно не видел. Раньше один только брелок можно было с собой таскать. О, электричество наконец-то ударило. Две бомбы, да? Бля, ну тут шансов немного, кстати. А чё за херня? Ощущение, что у меня телепорт какой-то сработал. Меня как будто в другие комнаты переносят. Давай вот тут секретку поищу. Да. Есть резон в магазин зайти. Теперь. И в автомат ложиться тоже можно. Бля, ну был бы полет, можно было бы эти монетки собрать, а так не вариант. Ну это такой себе забег. Когда забег хороший, прям сразу чувствуется, что имба собирается. Это пока так. Вот тут у нас сердце валяется. Блин, тут даже 2 их. Я потом оставлю. Погнали, короче, вниз и направо. Слушай. 50% шанс на одну монету. 100% шанс на одну бомбу. Не. Невыгодное предложение. А вот это я возьму. Нахер мне это рулетки. Надо еще внимательно по камням смотреть. Камни с крестиком дают нам 2. Тут магнит бы нужен. Ладно. Так, что это такое? Плати, играй. 5 монет. Вместо ключей 2. Требует монету. Так если я сейчас за 15 монет ее куплю, у меня останется 3 монеты. Ну смысл. А ключи просто бесполезные, что ли, станут? Создает 5 случайных карт.
Тоже такое себе. Ладно, я просто в автомат ложусь. Кстати, давненько не попадалось что-то это игровых автоматов. Я, кстати, тоже вот после стрима гляну, что за Will to Life. Первый раз слышу. Не буду даже бомбы тратить, не вижу смысла. Но, чаб. Старина чаби. Надо мелочь раскидать сначала. Ай-яй-яй. Слушай, я его даже отравить чем-то успел. Ига. Ну, чап он особо безобидный. Если знать мувсет, то нормально. А что за обилка-то, интересно, у меня его травит? О, мелочь, я не заметил. Чё там, утешительный приз повышает самую низкую характеристику. Дает 3 монеты, 1 бомбу, 1 ключ, в зависимости от того, чего у вас меньше всего. Монету дадут. Да, у тебя все плюсуется. Монеты, ключи, бомбы. Ты перепрыгиваешь с подземелья на подземелье, оно получается сверху вниз идет. И так да, да, короче говоря. Так, ну вот глубины. Ага. Тут полет нужен по-любому. У меня бомб не хватит все это открыть. Боевая комната, да? Ну давай рискнем, какой, правый, левый, посередине. Ну давай левый. О. Сейчас, короче, я тут, по-моему, синее это сердце тут и оставлю. Больно шустро эти ребята стреляются. Ну все, он замерз, типа. Тихо. Вот так вот. Бля, вот если бы электричество почаще бы лупило, оно прям, я смотрю, что на всех дамажит. Вот этого заморозили, вот этого и вот этого. Отлично. Что еще? Ага. Я верно, получается, сундук открыл. Но и потерял тоже эти два сердца. Может быть, по прохождению боевой комнаты что-то другое дадут. Да, монету. Серьезно? Ты херню дали. Тихо. Тут мамаша. Вот так. Тихо, лупим. Блять, поймала. И куда она меня утащила? О, и руку заморозил, отлично. Тихо, вторую. Вот так. Ну так, канал называется, а имя Алексей. Меня Алексеем зовут. Это у нас осталочность, походу, была. 25 монет. Есть резон магазин найти, конечно. И секретную комнату. Ладно, сначала всю карту открою, потом посмотрим.
на первых этажах как-то попроще секретные комнаты ищут. Чем ниже, тем тяжелее. Чё, только один? Так, ну зубастый точно не нихер идти. Да, ВКонтакте есть. В этом, в шапке канала, короче, там ссылка на группу. А там просто как админа можно найти. Хотите, в группу добавляйте. Так, дьявол. Плюс 2 к урону в пределах комнаты. Ну, это бесполезная карта, кстати. Я ее с собой возьму, так чисто, на всякий случай. А, вот как эта способность действует. Ты ее замораживаешь, а потом подбегаешь, толкаешь эту замороженную статую, и она еще летит, разрывается. Я понял. Я? Главное, в красную херню не вступить. Пин. Что тоже, кстати, разлетаясь на разные части, наносит тоже дополнительный урон. Мамина прокладка. Мама при использовании пугает всех врагов в комнате на 5 секунд. И они типа в стенку, что ли, забиваются? Бесполезняк, короче. Так, тут опять, да, вот эта комната с шансом. Не вижу смысла туда идти. Так, меня затягивает. Все, тут тупик. Ну, можно попробовать, кстати, вот именно в этой комнате поискать. Чё там? Чё, плюс 2 к урону в пределах комнаты, а вот это? Они чё, одинаковые? Ну да. Так, вот примерно тут возможно. Ни хрена. Я говорю то, что сложнее уже найти секретку. А так-то еще есть и супер секретки. Вот их я уже забыл, как искать. Так. Ну и куда нас ведут? Наверх или влево? Хотя у меня пару жизней-то всего осталось. Чел, заморозь-то. Неужели? О! Вот это подгон босяцкий. И еще. Я что-то половину этой сердечко пропустил. Так, ну как вариант. Нет. Тут тоже, в принципе, она может быть. И вот тут может быть. Да. Да, деточка. Давай-ка мы в магазин вернемся. Я что-то совсем про него забыл. У меня 32 монеты. Глядишь, может, чего полезного и возьму. Я уже забыл, что в этом магазине продается. А где магазин? Да ладно, что, уровень без магаза, что ли? Ну, вы даете. Бля, ну тут вообще желательно не сдохнуть. Желательно не подохнуть, иначе я потеряю просто 30 монет. Так и на следующем уровне тоже надо будет как-то найти Локи. Тихо. 5 секунд. Я прочитаю сообщение. Мне пока не оторваться. Вот этот чел меня очень быстро может завалить.
еще кубик за тобой летает. Ай-яй-яй. Тихо. Муху выносим. Блять. Прокладочку. Повышаем дамаг. Ну не очень-то, кстати, он что-то, я смотрю, поднялся. Причем не на Локи надо в основном смотреть, а на кубик как раз. Ты его заморозить-то не хочешь? Наконец-то. Так, что там? Гнилое мясо. Плюс один к здоровью, лечит одно красное сердце. Ладно. Дружбу кинул. Виктор Давыдов, хорошо. Я не то чтобы протестирую Will to Life. Я просто посмотрю, если меня она заинтересует, тогда я установлю по лоба немножко. Если действительно она будет прикольная, тогда уже мы с тобой сконнектимся, да и поиграем. Это не вопрос. Мне просто заинтересует ли она меня. МСК, заходи, там более адекватные люди играют, удачного стрима. Ладно, хорошо, давай все. Гнилое мясо берем. Погнали. Так, первым делом вообще желательно бы мне магазин найти. ХП много, но, блин, оружие не очень. Я, может быть, до мамки-то дойду. Но дальше, по-моему, я не жилец. Мне на дамаг-то, блин, давали. По сути, ничего такого хорошего. Угу. Комната с двумя замками. Так, ну давай потратим, чё же нет-то? Снова рандом. Где Иры без вирусов? Этот как, Уротрайкер? Не подводил. За последние полгода. Рутор тоже, в принципе. Только на Уротрайкере надо зарегаться. Range down. Жопошники. Shot speed down. Да взяли, блядь, все позабирали, вы чё, уроды, что ли? Кстати, по-моему, черных таких не было. Мало того, что способностей адекватных, ну, каких-нибудь прикольных не дают. Вот, Боб, что это такое? Вот нужен он мне, блин. По команде. Он просто будет каждую комнату пердеж накапливать. Короче, мало того, что нормальных способностей не дали, так еще и других позабирали. То, что я насобирал. Так. Это так. Это вот. Успел. Все, пол сердца. Давай-ка вниз мы сходим. Главное автомат хотя бы найти. Точнее, игровую комнату. Я бы, может, туда хотя бы вложился. Забег-то, очевидно, не очень.
Гнев Исака. Ну и чё, ты ко мне подойдёшь? Ну, ставь бомбу куда-нибудь. Ай-яй-яй. Тихо. Главное не давать себя зажать. Такое. Семь бомб, тут пол сердца. Нет, дело того не стоит вообще. Слушай, вот тут можно поискать. Раз. Тогда вот в это. Но тут вообще не вариант. А тут... Вот тут возможно. Значит, карта дальше пойдет, в другую сторону. Да, не помню, я здесь взрывал. Да, по-моему, взрывал. Или нет? Блин, так-то они здесь могут быть. Ладно. Вот она и комната. С магазином. Нашел комнату, когда уже жизни кончились. Ладно. Что-то у нас целое сердце. Окей, берем. Берем это. Что это такое? Получие модификация. Малыш-паук показывает здоровье врагов и урон, наносимый вами. Накладывает на врага случайный эффект при контакте. Может создать союзного паука или батарейку. Да нет. Я лучше в автомат ложусь. Все-таки 400 монет тоже нужно где-то взять. А жить тут, что тут, 4 сердца. Сейчас какой-нибудь босс попадется жесткий, я же его просто не вывезу. Да и паук этот сомнительный, что-то 15 монет за него просят. Такое себе. Все, пошли на босс. Ага. Три ключа. Ай, идите в жопу. Ха-ха! Ни хрена комната. Ну вы нагенерировали тут. Давай так тогда хотя бы. О, типа я на них испуг наложил. А на боссов, походу, этот испуг не работает. Я тут на Локи его накладывал. Толку-то. Фиолетовым он от этого не стал. А вот и босс. Мамка! Бля, я думал, у меня еще этаж. Ну, с мамкой, с одним сердцем биться, имея такие способности. Не, ну может быть. На мамку надо что-то побольше. Что такое? Ведро сала. Плюс 2 к здоровью. Минус к скорости. Лечит половину красного сердца. Он медленнее стал. Зато халява. Азик стал жирненьким. Вообще надо как-то Азазеля, блин, открыть. Чё-то пока ничего не получается. А денег-то нет. Стой. Давай что-то. 250 монет.
Надо в предыдущей комнате глянуть. Там не секретные. И тут тоже нет. Подожди, вот секретный камень не вижу. Где-то эта секретка. Ладно, хотя бы это возьмем. Ну, предположительно, допустим, тут. Да. И монетка. И такое, копирует эффект пилюли, которую вы держите. Так ее нету. Была бы пилюля. Еще 4 комнаты надо оббегать, чтобы это дело восстановилось еще. Такое себе. Это голод. Ну, по-моему, в оригинале этот босс не голодом называется. Взял две мухи, высрал. Ай-яй-яй. Аккуратно. Че, у нее еще башка открутится? Или это другой босс? Не, вроде у этого башка отлетает. Да-да. Так, снова этот кубик мяса дали, но... бесполезно. Да, если даже 4 этих кубика соберешь, все равно такое себе. Таковое она прям хорошо не зачищает. Куда? Давай, наверное, пойдем вниз, сходим лучше. Но тут явно никакой секретки нету. Так, давай направо, допустим. Там, мне сдается, босс будет влево, если идти. Макар. Магаз. Ну, что тут? Что толку от этого магазина, когда у меня одна монета? Даже не вижу пока смысла ключи тратить. Оставляем, короче. Блин, ну у меня одна бомба. 50-50. Погнали. Да. Сучий паук. Ну, неплохая, кстати, секретка. Так, что там? Вибрирующая лампочка. Когда ваш активный предмет заряжен, скорость, дальность стрельбы, скорострельность, скорость слезы. То есть вот у меня пилюля со шкалой, деленная на 4, вот она полная шкала заряжена, значит и лампочка работает. И нужная энергия. Так, ну давай, пошли наверх. Ну, уже босс. И такое при использовании анализатор. При использовании дает небольшой прирост либо
что-то отбавляет к случайным характеристикам. Случайный эффект слез в пределах комнаты. Спрайты в текущей комнате ломаются. Но в принципе это лучше, чем пилюля какая-то. Берем. Дотамайнер. Ладно. Так сойдет. Давай еще в большую комнату я сбегаю. Хотя можно уже как бы на босса идти. О, мухи. Давайте мне еще мух. Ну и ладно. Что там? Герцог мух. Ну а тут скорострельность бы вообще не повредила. Босс легкий, главное то, что его ковырять долго, потому что вот он призывает много народу к себе. Вот так, в принципе, ничего сложного. Ну, как бы, не мега сатана, не сердце матери, там, когда bullet hell у тебя просто начинается на экране. Так, что это такое? Хрустящий джек. Плюс один к здоровью, создает случайный брелок на пол. Прикольно. Не проглоти приз. Ага, брелок точно же он делает. А это что? Пукает или оставляет кучку каждые полминут. Загадочная шоколадка. Да и ни о чем. Здорово, Даман. Давай, короче, возьмем лампочку. Лампочка странная, но вроде более полезная, чем шоколадка. Пойдет. Че, он сразу у меня синее сердце сожрал? Вот урод. Оп, я успел. Бля, в предыдущей комнате, кстати, возможно, секретка. Это не точно. Хреново, что у меня бомба одна. Шанс невелик. Ебать, тут все в огне. С этих, по-моему, чуваков, да, мухи прилетают? Нет. Ладно, я там допрыгаю, давай пока костры потушу. Ну как он так сиганул-то через всю комнату, блядь? Вот тут ирок. Кто прыгает по чуть-чуть, то херачит просто на все поле. Ну вот эти костры... Тоже смысла нет особо разбивать. Так, давай поищем секретку. Что-то у меня есть подозрение, что она вот прям тут. Нет. Облом. Пошли наверх тогда. Думаю, что босс тут внизу. Нет, босс вот тут.
но вниз я все равно забегаю. Все, бомб-то нету. Бля, ну вроде второй этаж уже, а что-то вообще, ну, имбой не пахнет. Вообще ничего полезного особо не дает. Вот кусок дали какой-то. И лампочку. Кстати, секретка-то и тут могла быть. Запросто. Здорово себе. Короче, пиздец, все не усердцы. Чё там, застряли? Так, вот теперь давай, короче, сходим назад, попробуем вот этот проход. Надеюсь, я его не вьюзал. Да, вот она, секретка. Так, тогда вот так, бам. И тут у нас... Ай, блядь. Далеко отбежал, забыл, что теперь иногда говно еще с шипами появляется. Ладно. Да, эта комната сложная, конечно. Полезай. Сейчас гляну, что в магазине продается. Ключик, да? Это козерог. Плюс к здоровью, ключ, бомба, монета. К урону, скорости. Ну, я, по-моему, брал уже такое. Прошлый забег брал. Да-да-да, барошком узнаю. Так, а что это такое? В смысле неизвестная пилюля? Короче, давай, наверное, паука возьмем. Задолбали они мне его пихать. Пускай паук будет. Он, наверное, может потом хотя бы появляться не будет. И он довольно-таки медлительный. Стой. Три бомбы за монетку. Не. А вот в этом сундуке может быть, в принципе, что-то интересное. Давай попробуем. Плюс ключ, короче говоря. Ну, от паука не шибко пользы. Он просто мне цифры на экран выводит. Которые в какой-то мере даже могут и мешать. Тихо. Все, вроде отбрехался. Так, мистер куколка. Скорострельность, дальность, высота слезы создает 3 случайных сердца. Вот это берем. Ну давай куколку, чё. 2 черных. Еще 2 сердца максимум я в себя могу запихать. Блять, я красный-то не взял. Ладно. Мистер куколка. Хуй куколка. Ладно. Да. Оп. Оп. 2 бомбы я пока оставлю.
Если что, сюда вернуться надо будет. А 15 монет просто потратил для того, чтобы мне на экран выводили цифры. А вот это прикольная. Вот это вот прикольная пилюлька. Я, говорит, могу видеть вечно. Расстрельность. Да ладно. Чё? А. Задумал, что это меня в комнате закрыли, а никто не нападает. Всё, ништяк. Стой. Давай, наверное, к большой комнате сходим. Блять, большого, маленький, они как матрешки. Давай, улетай. Отлично. Нет, стой, я паука пока подожду, наверное. Но уже получше стреляет, чуть-чуть. Далеко, конечно, до имбы, но... Пойдет, пока что. Угу. Вот этот паук только-только сейчас, короче, из себя выдавил синего паука. Мухи лучше, чем пауки, когда у тебя вокруг тебя прям рой летает мух. Вот они хорошую защиту создают. Ну и плюс дамаг. Так, пауки быстро кончаются. Погнали выше. Тун-тун-тун. Интересно, бля. Че же я так уродски-то побежал? Так, плюс дальность, высота слезы. Слезы проходят сквозь стены и появляются с противоположной стороны. Я помню, кстати, эту способность. Прикольная. У Айзека глаз не стало. Прикольная способность. А чё, на этом уровне нет суперсекретки? Блядь. Либо на дальше. Подожди. Вот мне кажется, что все-таки эта пилюля, она дала же способность видеть вечно. Мне сдается, что тут есть еще суперсекретка. Че это? Валдырь отскакивает. Чего, куда она отскакивает? Увеличивает отдачу. Нет, лампочка лучше. Пока я не трогаю свою обилку, которая имеет заряды, лампочка лучше в любом случае. Да, давай посмотрим, что продается. Это что, неизвестная пилюля? На другое мне не хватает. Вливаем монет. Хотя было бы резон, конечно, еще бы один этаж их попопить, я бы что-нибудь другое купил. Ладно. Меня больше прокачанный магазин на самом деле интересует. Еще кто-то есть? О,
Вот она, суперсекретка. Что-то у меня ни крови, ни бабла. Хотя... Ну вот, допустим, давай попробуем так. Чуть-чуть сыграем. Раз. И сразу лопнуло. Что там капельница-то? Я уже забыл. Портативный бак крови дает одну монету за полсердца. Ну да. Давай так. Немного пособираем бабла по уровню. Может, к чему-то это приведет. Угу, это не взять. Ну и там только внизу одно сердце есть еще. Еще деньги. Сейчас мы к этому челику, наверное, еще наведаемся. Опа. Немного денежков. Раз и два. Все. Погнали вниз. Но получается, я лампочку как брелок потерял. Если я правильно понял, как она работает. Лампочка уже, ну, из-за вот этой способности менять бабки на здоровье, лампочка уже не пашет. Ну и ладно. Зато можно с челом попробовать сыграть. Может, он что-нибудь выдаст нормально. Стой, у нас же еще комната есть. Так, вот это что, банка с мухами в Вильзевул? Разум Улья, Вильзевул, Малыш-паук. Синие пауки и мухи наносят вот над удвоенный урон. Спутники пауки и мухи становятся сильнее. Но у меня же нет такого спутника, правильно? За каждое убийство в банке будет появляться одна союзная муха. Всего можно накопить 20 мух. Использование банки с мухами выпустит всех мух. Неплохо. Пацан, наверное, за 9 монет ничего не даст. Ну, давай попробуем. Обычно эти ребята жадные. Ничего не дает. И удрал. Что это? Обновляет предметы в магазине после покупки, после пополнения увеличивается цена. Ну и смысл? У меня 3 монеты всего осталось. Не знаю, попробую. Но все равно имбы как бы нету. Попробую, короче говоря, мух пособирать. Ну, такое. Надо, чтобы эти мухи регенились каждый этот. Более бомбина тут. О, я ж точно, я ж через стенки стрелять могу. Чао, бомбина, сори. Фига. Хорошо то, что тут много было этих... Много камней. Пока он их долбал. Ну, хорошо, что было у меня много камней. И пока он их разбивал, я его сам убил. Так, столовые клетки плюс здоровье. Скорость и лечит одно красное сердце. Давай берем. Вот это что у нас? Тихо. Оп. Вот это тащим. Посмотрим, что сделка с дьяволом даст. Чтобы до Зели открыть, мне надо 3 таких сделки
за забег сделать. Нам нужно глубже. При использовании создают на полу люк на следующий уровень. Ретро-сокровищница. Шанс 10%. А тут чел, да, летающий. Союзными мухами. Этого берем. Ну ничего, мы сейчас полечимся. Оп. Как-то дают все как-то по чуть-чуть. Тут какая-то маленькая способность такая, ну тоже не очень прямо эффективная они. В совокупности, конечно. Угу, плюс одна муха, короче. Ну-ка так. Оп, уже лучше. Главное эту обилку юзать регулярно. Будет как бы норм. Слезы пронзают сквозь врагов насквозь. Пойдет. Автомат. Ну, не вижу смысла. А тут, возможно, секретка. Давай повыше посмотрим. Так, давай мы сначала бомбы возьмем. Потом вот здесь. Бля, не знаю. Не, у нас там что-то в коридоре 4, по-моему. Вчера провожали. Вроде повестки много кому пришли, но только 4 забрали. Так особо ничего такого никто не знает, никто ничего не говорит. Кому приходят повестки, как бы, в основном продолжают на работу ходить, потому что я их вижу. Ну так, чтобы, знаешь, что-то где-то кого-то прям забирает. Нет. Так город, в принципе, тоже мелкий, знаешь. Плюс еще, прежде чем человека забрать по мобилизации, ему ж платить надо чем-то. Они, вот я знаю то, что в Омской области они народ набрали, как бы, оплатить не знают, ну, как бы нечем. Они же как контрактики считаются. Зарплата ломаная, надо платить. Скорость. Отлично. Так. Ну давай, откроем магаз. Что у нас тут? Херня какая-то. Мамин кошелек. Создает на полу 4 пилюли. Да, там слышал, по 200 платят, но сейчас, по-моему, они очень жестко это дело пересмотрят. О, сколько мух сразу. Они это дело жестко пересмотрят и будут, дай бог, чтобы по полтиннику выдавать. Они что-то, по-моему, лишку хватили насчет 200к. Мне еще чел на работе говорил, то, что там что-то участок даже какой-то предлагали. Ну, типа, будут давать участок после всего вот этого. Вот там что-то 10 соток, что ли, каждому. Ну, это же бред. Ну, это же в Ираке такого не бывает. Нет. 10 соток это типа ты можешь там что-нибудь построить, знаешь. 10 соток это довольно-таки много, кстати. Я особо, конечно, в огородах не секу, но, по-моему, это довольно-таки неплохой участок. Да прикинь, сколько надо народу раздать земли просто, вот элементарно. Где столько?
С учетом того, то, что земля-то тоже до хера стоит. Ага. Не дали мне ничего такого прям хорошего. Дом влезет с гаражом точно. Да, да. Там, наверное, еще будет место и для картошки посадить, знаешь. Все-таки, ну, 10 соток, как в моем представлении, как бы, я точно не могу на глаз сказать, но довольно-таки много. Ладно, давай, вливаемся, короче. Опять в магазин. Нет, такого не будет, никому там нормально денег не заплатят. Если уже началось то, что... ну, типа, с обмундированием-то проблемы. У меня вот чел тоже получил повестку, знакомый. Вот. Он себе на тридцатник купил там всякой, ну, типа, наколенники, налокотники, там, взял этот, как его, взял лекарства, короче, разные, там, и так далее. Типа, ковтейка какой-нибудь, знаешь, на тридцатку, короче, потратил. О, второй кусок мяса дали. Надо же, замеси их всех. Вот, тридцатку потратил, а чё толку? Он на работу ходит. Просто если у вас такой бешеный бюджет, и вы обещаете людям зарплату в 400 тысяч, но им предварительно надо закупаться своими медикаментами, что-то как-то это все странно. Одно с другим не вяжется. Кстати, у нас в кадре можно в трайбол гонять. На бывшей швейной фабрике. Ребята занимаются, бегают. Раньше, по-моему, они на карьере лобали. Еще есть у нас этот. Ну, не знаю, как сейчас, может быть, и уже и нету. Лазертаг типа того тоже есть. Мы тут носились в эту штуку где-то пару лет назад. Носились возле озера. Ну, просто пиу-пиу, тебе на лоб эту штуку клеят. Она фиксирует попадание. Так забавно тоже толпой побегать, пострелять. А сегодня что, какой день недели-то? Вторник? У тебя как-то только неделя началась, а ты уже говоришь, что она адовая. Не время расслабляться. Все только начинает. Или у вас как-то по-другому? У нас вот на работе самые напряженные дни, это понедельник и пятница. Понедельник начинается беготня, потому что все сломалось за выходные. Пятница, потому что идеи фикс появляются, чтобы на выходные меньше работать. Ну, чтобы на выходные, точнее, ничего не сломалось. Теперь в подвале что-то какой-то там гнилой Пенни. Так, ладно, пошли туда. О, быстрей. Да, блядь. Да, дамаг получил. На работу надо ездить. Проверки, я отвык. Еще на метро сегодня пробовал мрак. А что ты на метро-то пробовал? У тебя же машина есть. Решил сэкономить? Блядь. Я задолбался что-то уже биться об эти... об шипы. А, что это чувак собирает?
А, у него бомбы. Первый раз, кстати, такого вижу. Давай попробуем. Я тебе. Ну давай, мэн. Просто поинтересуемся, чем он меня порадует. Пол сердца. Я ему 3 бомбы скормил, он мне пол сердца дал. Ах ты, падла. И все. Ёптить. Не, у нас ништяк, у нас на работу автобус возит бесплатно. Хоть и ехать недолго. 15 минут. Да какой 15 минут? 5-10, может. Следующее. Ну вот, я сегодня про Deus прошел. Надо добивать Метроид. Завтра с утра. Ну, днем. А там, по идее, Black Tail должен на днях-то выйти. Он 18 числа выходит. Через недельку. По-моему, его должны сразу же взломать. Вот. Black Tail будет. Скорн тоже. Да, блядь. Скорн, короче, Black Tail 18-го, Скорн 21-го выходит. Ближайшие игры, которые. Да-да, крысюки. Не, первая часть, она мне понравилась. Прикольно. И сделана прикольно, и визуально тоже смотрится. Коротенькая, правда. Ну, в принципе, куда еще длиннее. Все-таки уже немножко, допустим, те же самые открытые миры на 100 часов пустые, они уже задолбали. Тихо. Чуть опять на шипы не улетел. Ну, походу, я на этом боссе и кончусь, у меня всего 2 этих осталось. 2 сердца. Ну, Скорн, да, он как бы такой, он же особо не это, звезд с неба не хватает. Он в грудь себя не бьет, не орет то, что он AAA проект. К тому же он всего там за 8 часов будет проходиться. Он скорее, знаешь, чисто вот атмосферный такой, но довольно-таки медлительный. И так чисто, знаешь, там походить, посмотреть, как что. Ну, вот этот серый сеттинг, наверное, он очень... подзаебет минут, ну, через час-два, знаешь. Ну, посмотрим, может быть, это будет и крутое, как бы, поделка. Кто знает. Случай, мамаша. Блять, откуда у меня... Как у меня урон получает? Ига. Со всех сторон таранит меня. Ах ты, ёбаная падла. Придавила меня. Да, я тоже видел вот эту демку. Видел геймплей. Там минут, по-моему, на ютубе минут 20 уже этого геймплея есть. Вот. Вот такое. Это скорее, я говорю, то, что это будет атмосферный скорее шутер. Нежели он какой-то там прям очень будет крутой, там, знаешь. По этому поводу я больше жду Atomic Heart. Нежели этого Скорна. Скорн скорее так, знаешь, побегать, посмотреть, как сделано. Ну, полюбоваться красотами, ну и все. Быстренько прошел, быстренько забыл. Вот. Так что как-то так. Atomic Heart, по идее, должна быть неплохая. Callisto Protocol... тоже должна быть неплохая. А так больше, что еще? Ремейк Dead Space, жалко, будет у нас на этом, на Happy English. Полностью на русский его никто переводить не будет. Ну, может быть, потом умельцы подтянут у нас перевод, хотя бы субтитры, там, интерфейс. Не знаю. Смотрим.
Что еще можно такое в ближайшее время-то ожидать? Байонета 3, как вариант, для любителей слэшеров. Этот как вам? Dead Space. Callisto Protocol. А, Резьбы ремейк 4. Я думаю, это будет как второй, только в коридорах 4, короче говоря, скажем так. Там... Я посмотрел геймплей, в принципе, она очень на вторую похожа. Я думаю, они даже ее сокращать не будут, что точно могу сказать, что четвертая часть была на второй плойке довольно-таки затянутой. Чуть-чуть вот ее перетянули. Но посмотрим, может быть и срежут что-то лишнего. Но пробежать, я думаю, стоит вполне четвертую часть в ремейке. Потому что, вот, допустим, вторая часть Резика была неплохая. Третья тоже неплохая, но короткая. Вот вторая, как бы, самая такая топовая. Мне понравилась. Первую, наверное, хрен его знает. Они уже, наверное, и не трогать ее не будут. Что еще? Хогвартс Легаси тоже, по идее, февраль. А, кстати, сейчас тоже уже, по-моему, 25 числа Gotham Knights выходит. Но тоже там плюются, я смотрю на эту игру. Ну, посмотрим. Ладно, что, будем закругляться. Спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Все, всем удачи и пока. Yeah.